И вот они этот коаксиум везут на какую-то планету, где, о ужас, находится завод по переработке. Что за завод? Как он работает? Кто туда что возит? В каких объемах? Почему правительство ничего не знает? Куда вы тащите сверхценное вещество на переработку? А когда вы его переработаете, куда вы его деваете? Почему никто ничего не видит? Никто ничего не знает. Никто нигде не внедрен. Почему сюда не прилетело из кадра боевых этих звездолетов и все это к ядрене фени не разнесла? Ну а вот у нас хотя вот. Хотя бы не отжало. Да, а у нас вот так. Ну что это такое? А почему? А где бандиты? Если нет военных, где бандиты, которые все это дело крышуют? У вас же кругом. Были пираты эти? Да, да. Конопатая тетенька. Да, да, с ушами, да. Я, кстати, не помню. Почему проблема в том, что она конопата? Выглядит по-идиотски. Только поэтому. Так нет. Но она не может быть предводителем. Какой ты предводитель? Предводителем может быть кто-то свирепый и сильный, а она при нем может быть советником. Так поверить можно. То есть, не обладая физическими кондициями для настоящего бандитизма, она может давать толковые советы. Тут мы можем обратиться к опыту итальянской мафии. Есть дон, а при нем есть консильери. Вот консильери, не являясь доном, тем не менее, он умный, хитрый, он дает советы. Так сказать, одна голова хорошо, а полторы лучше. Вот так может. А возглавлять что-то нет. Категорически нет. Ну ты вокруг себя посмотри, и если ты хоть раз где-то найдешь, что какую-то ОПГ возглавляет тетенька. А вот, женщина, кстати, была и в семье Сопрано. Там мужа посадили, это раз. Во-вторых, она выполняет представительские функции, а не рулит. И это тоже неправильно. О! Неаполитанская школа воспитания. Ребенок, помнишь, там петарду бросил. Ну и на заводе тоже никакой охраны. Никого нет. Да, зачем? Да, в это вот тряпках, сверхсекретное предприятие. Почему они все такие абсосы, ёлы-палы? Что это такое? Не, ну да, если какой-то там перерабатывающий завод, то там должна быть какая-то технология. Конечно. Да. В ведомстве Чубайса, он там все своровал. Может. Космический Чубайс и там добрался. Чубайс.